Всем здорово, народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про Шкоду Т-27. Чехословацкий премиумный танк 8 уровня. Или, как я говорю, чехловацкий. Довольно-таки неплохой, интересный танчик, но в нем очень много но. Требовательный ко всему, не только к вашему скиллу, но и к ресурсам, которые нужно в него вложить, чтобы он раскрылся. Итак, давайте я сначала расскажу про его плюсы и минусы, какой геймплей нужно в нем реализовывать, как я на нем взял 3 отметки, на что делал упор и кому этот танчик я могу порекомендовать. Сразу скажу, что далеко не всем, очень мало кому есть смысл этот танк вообще покупать. Большинству даже не стоит задумываться про этот танчик. Итак, самая большая проблема этого танка — это то, что он во всем не особо удобный. Дряхленькая стабилизация, не выдающийся УВН, и пушка не сильно хочет опускаться. Маневренность этого танка тоже вяленькая, ему просто лень поворачивать, он как поезд. Вроде прямо едет нормально, но когда начинаешь поворачивать, что-то ему мешает. Также размер у нас реально с тяжелый танк. Брони особо никакой нету, но иногда пульки отскакивают. Особенно если враги низкоуровневые, пушечки у них как у пупсиков, и они своими водяными пистолетиками неаккуратно стреляют, иногда происходят рикошетики, но на это не стоит надеяться, и в целом на этом танке даже не стоит ничем танковать. Ни башней, ни корпусом, ни бортом, ничем. Если есть танки абсолютно бумажные, которые протыкаются пальцем, то этот танк, допустим, двойной слой бумаги. Он все так же протыкается пальцем, но дырка получается сразу в двух листах. Разницы в принципе никакой. Ездил я на этом танке на топ-пайке, не заметил, чтобы он горел. Каких-то особенно жестких критов не было. Упора по сборке у этого танка на увеличение хп какого-то модуля у меня не было. Иногда выскакивала боеукладка, вообще не помню, чтобы на нем горел. В принципе, все нормально. Также у нашего танка еще пониженное пробитие. ББшками там всего лишь 202, и голдой тоже не сильно много. Также, если обычные модули на него поставить, то вы вряд ли сможете стрелять с полного сведения на зажиме, потому что между пульками перезарядка 1.8, на обычных модулях вряд ли вы разгоните сведение до 1.8, чтобы между снарядами пушка успевала полностью свестись. А вот если поставить допаёк, розовое или фиолетовое сведение, то в принципе пушка между снарядами успевала сводиться у меня, и барабан я выдавал с полного сведения просто на зажиме. Это, конечно, приятно. Но вот что неприятно, что этот танк очень требовательный к ресурсам. Сразу уже чувствуется, что нужно фиолетовая вентиляция, розовое или фиолетовое сведение, ну и третий модуль, как ни странно, не стабилизатор. Играл я на этом танке без стабилизатора, с просветленкой. Просветленка, приводы наводки, вентиляция. Боновая вентиляция и розовые приводы наводки. В такой компоновке танк был мне максимально приятный. Да, на ходу стрелять на нем было нельзя. Без стабилизатора на ходу прицел был очень большой. Но я на ходу на нем никогда не стрелял. А если и стрелял на ходу, то только впритык к врагу. Поэтому мне стабилизатор на этом танке не пригодился. Я перемещался из-под тишка с разных направлений и по крысе накидывал кучу урона. А если бой был вблизи и очень активный, то в принципе там и без стабилизатора попадать было несложно. А просветленка дала мне очень много дополнительных циферок поддержки, которые тоже идут в отметку. Без них бы я третью отметку не взял. Из этого у нас следует что? Танк очень требовательный к ресурсам. На обычных модулях и на ББшках мне этот танк вообще показался неиграбельный. Очень корявенькая пушка получалась, не успевала сводиться, а пробитие чересчур маленькое, 202. Сейчас все танки переапаны и перекручены, и ничего этим не пробьешь толком. А вот если зарядить фул голду, поставить хорошие модули и активно играть, грамотно катаясь по карте, не подставляясь, и наказывая врагов в тех местах, где они подставляются, этот танчик расцветает и показывает тот геймплей, в котором он очень хорош. А геймплей его очень простой. Вам нужно на карте носиться туда-сюда и смотреть, кто где откололся,
кто где подставился, и буквально там 5 секунд, за которые враг ошибся, вам достаточно, чтобы напихать ему полный рот снарядов. Потому что у нас между снарядами перезарядка 1,8. Мы как с автомата на зажиме стреляем и уезжаем. Единственное, что здесь плохо, это то, что танчик медленно поворачивается. И он очень большой. Мы не должны играть на первой линии, мы не должны стоять под огнем врага, мы должны быть близко к бою, но всегда в укрытии, с возможностью в любой момент всунуться в этот промежуток 5 секунд, чтобы надолбить врагу весь барабан и скрыться. Иногда, конечно, если очень опасно и вы не успеваете, можно дать и одну пульку, и две, не давать весь барабан, если после последнего снаряда вы не успеваете спрятаться. Лучше не получить, чем дать и получить. Потому что хп у нас, как у стэшки, не так уж и много, бой тащить придется до конца, и хп нужно разменивать грамотно. Только когда уже уверенно побеждаете, и вам это хп уже в ангаре ничем не поможет, тогда уже можно с кем-нибудь и разменяться. Также из особенностей этого танка, он очень часто поджигает врагов. Хорошая скорострельность, хороший урон по модулям, насколько я понимаю, но я не смотрел, какая там цифра, позволяет просто беспрерывно критовать баки. Частенько у меня были бои, где я по 2-3 врага за бой поджигал. Это, конечно, очень прикольно, когда все вокруг горят, а циферки урона капают тебе. Танк рекомендую, если вы хороший игрок, у вас есть бабки, потому что это прем-танк, и у вас есть огромные ресурсы, чтобы вложить в этот танк, чтобы он раскрылся и вы смогли ощутить этот геймплей, если он вам интересен и нужен. Большинству игроков этот танк я не советую, он покажется вам дерьмом на обычных модулях и на ББшках. Да и нужно очень хорошо играть, чтобы его реализовать. Танк сложный. Кстати, на фоне бой с какой-то моей придуманной тактикой, на стриме я не сказал, как она называется, только сейчас придумал название этой тактики — часовой. Ездишь вдоль города туда-сюда и смотришь, кто там где подставился. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока.